Здравствуйте, меня зовут Маргарита Ванесова, я корреспондент Крымской газеты. Я бы хотела рассказать о главном вызове, который стоит перед региональными СМИ. Несмотря на то, что Крым находится в составе России уже более 2 лет, перед нами по-прежнему стоит задача помочь простому крымчанину влиться в новые реалии, которые, к сожалению, для него стали большим испытанием. Быть полезными – вот главная задача региональных СМИ, потому как простой читатель или зритель обращается к нам для того, чтобы найти ответы на простые вопросы. Спасибо.